Кадеты танцуют полонез. У Могилеве прошел колядный баль за делом навученцев областного кадетского училища. Свято отбылось в межах республиканской доброчинной акции «Наши дети». С подарунками на баль завитали гоноровые гости. Колядное свято для кадетов уже добрая традиция. Курсанты дают баль, где перед высокими гостями демонстрируют войсковую выправку и выкшталционные манеры. Рыхтовались до свято несколько месяцев. Кадетский бал, все такое связанное с этим, меня напоминает Новый год. Мы занимались танцами, готовились к балу к этому очень долго. Выник танцевальных занятков хлопцы показывают с хваляванием. Девчонки у бальных сукинках, выхованки лицеев и колледжев. Оценивают хлопцев строго, але справедливо. Ощущаешь себя какой-то принцессой, рядом столько красивых парней. Но они как-то более мужественнее, чем простые парни. И тебе это нравится? Да, очень. Это большая честь с ними общаться. Представники областных уладов, Министерства спорта и туризма Украины, так само активные удельники свята. Подарунки принесли по справе. Сертификаты на спортивную форму, оргтехника и ласунки. Навод для таких дорослых хлопцев приемный подарунок под елочку. Татьяна Дмитриева, Александр Тарасов, Новини регион.